У них подбиралка есть. Ой, военный, блин. Ну, много сломал. Ну, он-то 37-й стреляет, он с 37-го прям надуло, там прям насаживался. Ну, может, нравится. Ну так медленно, медленно, поступательными такими движениями. Вот так вот, вот так вот. Да-да. Все, опытный стал, уже не подходит. Опытный. Ствол нагрелся. Че, реально, что ли? Че? Ствол нагрелся. Ну, пострелял же. 37-й. Ну. Ствол-то нагревается. На калашах ствол нагревается. Ты что, не знал? У меня он в жизни не перегревался. Ну это в игре. Ну в игре, я говорю. Так-то он нагревается. Не, ну понятное дело. Ну по чем тебе Паша говорит? Ой, военный, по-моему, все. 37-й. Бам. Как мышь. Он неправильно лежит. Вот, одну ГПшку туда и... Гранату одну. Да где кто там их? Ну ты... Бля, скидер зашёл. Ты такой эпичный кадр получается просто вообще. Ну, так сказать, будут биться до последнего. Бежать-то некуда. Ну, подавление. За форт, я даже не удивлен. С пойма просто ножами зарежут. Смотрю тоже без скрина. Я понял. Форт уже отыграл. Не, я живой еще. А чё они не убегают оттуда? А зачем? Не убег... Видел, короче, видос, где талибы пытались прорваться через блокированное здание. Эра там вообще из всех столов расстреляли просто из стенки. Нет. Насквозь. Но они так еще выбегают, типа стреляют куда-то в бок. Тут классный очень видос такой. А снайпер кто? Корус был снайпер. Угу. Что-то он как-то совсем не туда бьет. Корус помер. Да обувь, бля. А, да. Оп, все, один минус. Спитер. Да. Ну, форт. Стрелял. Теперь еще военник стыдит. А кто это стрелял? Ой, вот это самая плохая идея, по-моему. Кто это стреляет? Да ну, серьезно, что ли? Ушли. Да как так можно было?